Герой берет на себя ответственность за убийство Локи, совершенное Сахрой. Чтобы Нари не позвонила в полицию, она объясняет отношениями Некши и Локи. Санджар скрывает убийство, чтобы не допросить отца ее ребенка. Вдобавок ко всему, Нари злится, когда платит деньги за кровь отцу Локи. Санджар и Нари, которые всю свою жизнь ждали воссоединения, столкнулись со своими культурными различиями в тот момент, когда думали, что воссоединились. Бесчестие, гибель людей, кровавые деньги, помолвочный узел, свадебное купание. Реальность отдельных миров, разделяющая многих влюбленных, обрушилась на Нари кошмарным сном. Смогут ли двое влюбленных превратить этот кошмар в сон? Халиси решает пойти всей семьей и как следует попросить Нары, чтобы исполнить традиции и гарантировать, что Эльван и Яхья соберутся вместе. Но кого они спросят о Наре? Чтобы не допустить свадьбы Санджара и Нари, Минекша консультируется с целительницей и идет в особняк, чтобы наложить заклинание, которое она наложила. Но это действие, которое он совершает при всем своем невежестве, становится причиной его катастрофы. Что будет с Минекши? Зная, что сын Ярыджи не сможет жениться, потому что нет особняка, где можно было бы взять Нари в качестве невесты, Гидис начинает свои планы по разрушению семьи Феоглу. Он полон решимости защитить Нари как от Санкара, так и от Сахры. Но будет ли оно успешным? В то время как все пытаются помешать им пожениться, Санджар подозревает, что Нари сдерживает ситуацию и что она не простила его по-настоящему. Простила ли Нари Санкара или то, что он вложил в нее, приведет к увеличению дистанции между ними? Оставив позади многие трудности, Санджар и Нари смотрели с дочками мультики, ходили на рынок, ужинали дома. Они мечтают о жизни, которую они делают. Это уже не эпично, это нормально, им нужна жизнь. Но труп Акына не позволяет этого сделать. И Гидис, и Сахра, и Гювин, и Кахраман ищут это тело. Прошлое умерший человек из их жизни приводит Санджара и Нари к новой счастливой жизни. Позволит ли он ей жить дальше? Эльван покидает особняк Яхью и начинает сталкиваться со своим одиночеством. Решает, Нари не оставляет его одного ни на мгновение в этом противостоянии. Но Сахра, еще одна девочка-сирота, также помогла им почувствовать себя комфортно. Он не собирается уходить. Нари и Санджар, прошедшие испытания сначала смертью, а затем пленом, потрясены предательством Гидиза. Но прежде чем они смогут испытать боль этого предательства, им предстоит новое испытание. Перелом позвоночника Санджара ставит его лицом к лицу с вероятностью, что он никогда больше не сможет ходить. Влюбленных ждет новая война, требующая от них очень крепко держаться друг за друга. Смогут ли двое влюбленных пройти этот путь рука об руку? Гидис движется вперед по пути, в который верит, сокрушая всех. Он ждет у дверей операционной своего бывшего шафера, которого пытается уничтожить. Сестра Акына, Сахра, приезжает в этот город совсем по другой причине и сталкивается с тем фактом, что ее брат может быть мертв и очень потрясена. Но только что его брат поставил его на место. Если его брат действительно мертв, кто отправил ему эти сообщения? Ангел в радости бежит в особняк. Они вернулись к отцу вместе с матерью. Для них больше нет препятствий стать семьей. Но он нигде не может найти своего отца. Потому что его отец, похожий на гору, лежит у подножия горы. Неужели и Мелик, и Эпос остались сиротами? Неужели Нари теперь без родин? Что Нары скажет дочери и матери своего мужа? Умрет ли Санджар, который застрелил Кахрамана и сбросил Акына со скалы, или он выживет и станет убийцей? Санджар освободила Нари, и Нари заберет ребенка и улетит. Но как они объяснят это птенцу? Нари и Санджар отложили свою боль, и они пытаются найти способ объяснить дочерям эту разлуку, но Нари расходится по мере приближения времени прощания. С одной стороны, отделив дочь от отца, а с другой, вновь оставшись безродной, с другой стороны, неумение прощать. Они не могут ни отделиться, ни соединиться, он истекает кровью в подвешенном состоянии. Санджар прощается со своей любовью и дочерью, закрывает все свои счета и отправляется в пропасть. Но судьба переписывает для них эпопею. Из-за снотворного, которое Минекши подсыпала в лимонад, Мелик его сердце останавливается. Нари и Санджар связаны болью дочери. Нари крепко держал руки в ее кровати, чтобы она не улетела. Держа его, Санджар идет в мечеть, умоляет Бога и дает обет. Если его дочь жива, она отправляет Алакакуша и ее ребенка улетать. Выпустит его. Минекши пытается вытащить Акына, запертого внутри особняка. Во время работы его ловит Гюльси.
Герой пытается похитить ребенка, он очень злится на них за попытку, но все равно убивает их. Он составляет план, как спасти его. Однако на этот раз Кахраман работает в очень большой компании, основанной Санкаром. Его затянуло в ловушку. Проверено жизнью Мелик, Санджар и Гидис, они приостанавливают свои боевые действия на день и они возвращаются в беззаконные дни своих ранних лет в качестве лоялистов. Боль свела бывших бойфрендов вместе, пусть даже на один день, а Мелик, не вырывая сердца тех, кто остановил свои сердца, они не остановятся. Из-за снотворного, которое Минекши подсыпала в лимонад, Мелик его сердце останавливается. Нари и Санджар связаны болью дочери. Нари крепко держал руки в ее кровати, чтобы она не улетела. Держа его, Санджар идет в мечеть, умоляет Бога и дает обет. Если его дочь жива, она отправляет Алакакуша и ее ребенка улетать. Выпустит его. Минекши пытается вытащить Акына, запертого внутри особняка. Во время работы его ловит Гюльси. Герой пытается похитить ребенка, он очень злится на них за попытку, но все равно убивает их. Он составляет план, как спасти его. Однако на этот раз Кахраман работает в очень большой компании, основанной Санкаром. Его затянуло в ловушку. Проверено жизнью Мелик, Санджар и Гидис. Они делают перерыв в боевых действиях на день, и они возвращаются в беззаконные дни своих ранних лет в качестве лоялистов. Боль свела бывших бойфрендов вместе, пусть даже на один день, а Мелик, не вырывая сердца тех, кто остановил свои сердца, они не остановятся. Несмотря на то, что Нари на мгновение забывает обо всем и погружается в свои эмоции, она не может простить Санкара. Вдобавок ко всему, он сходит с ума, когда узнает, что Минекши сделал с Мелик. Пришло время дочери посла привлечь всех к ответственности. Когда Санджар уходит из управления компанией, Зихра также баллотируется на пост против Гидиза. Когда Нари начинает работать на пристани, она также нанимает Мюги. Хоть Кахраману и Гидизу такая ситуация совсем не нравится, эпоха женихов закончилась и началась эра сестер. Минекши, которая сошла с ума, когда узнала, что Санджар подала на развод, начала осуществлять свои планы с новости о ночи Хныкаврук и Ише. Он хочет забрать Акына и забрать Мелик, но его действия ставят под угрозу жизнь Мелик. Война Нари и Санджара из-за дочери начинается очень остро. Санджар не использует безумный отчет Нари в деле об опеке, но он указывает направо и стреляет влево, и ему удается получить временную опеку над Мелик гораздо более болезненной пулей. Нари тоже решает действовать жестко и идет к Гидизу просить помощи с опекой. Но у Санджара также есть сюрприз для Гидиза в качестве его первого враждебного хода, и этот сюрприз поражает Гидиза в его самое слабое место. Гидиз отвечает на этот ход, который его очень ранит, но его ответ поставит под угрозу игру Санкара с Яхи против Кахраман.